Ты заходи, если чё. Классный волк, да, ребята? Обалденный. Вы знаете, я проснулся только что, время 8 утра, вышел во двор, и мне захотелось вам показать красоту окружающего мира. Тишина, благодать. Куры кукарекают, точнее петухи. На горизонте горы кавказские. Облаков почти нету. А с той стороны, видите, облака плотной стеной стоят, да? Классно. Здесь очень классно. Да, ребята. Хорошо мы вчера съездили. Отдохнули, блин. Иней, что ли? А, ну да, иней. Дядьки тут дровник на улице. Это дровишки на баньку, на шашлычок. Классно. Душа прямо, знаете, отдыхает здесь. Родина. Историческая. Вот в этом доме когда-то, 100 лет назад, здесь жил мой прапрадед. Вот так. Ну и тут, в принципе, через дом живут родственники. Пойдем пить чай. А как же? Магазин «Мираж», продукты, находится на улице Леонова. В ту сторону у нас получается центр, ГАИ, а в ту сторону получается у нас Архыз. Мы в той стороне вчера были, отдыхали. Время сейчас уже, ребята, 10:41, воскресенье, 3 февраля. Так вот. Зашли мы за магазин, за этот, и тут такая небольшая есть тропинка, дорожка, а за ней находится река Зеленчук. Санек вчера не попал сюда, да, Саня? Мы с Ильей уже спускались тут вчера, пока затоваривались. Решили Саньку показать тоже Зеленчук, речку. Ну, хотя бы сейчас это сапоги свои помоют в Зеленчуке. Такой довольно-таки крутой спуск. Тепло здесь, ребята. Ночью где-то до -3 опускалась температура, ветра нету. А сейчас, ну, уже плюсовая погода. Где-то, наверное, +3, может быть. На солнышке сидишь, когда на лавочке. Тепло очень. В среду, то есть через 3 дня, обещают, здесь будет +16. Это телефон показывает на айфоне. Все, вот мы спустились до речки. Да, это одно русло Зеленчука. Здесь остров. А туда дальше побольше русла. Сейчас уровень реки маленький. Видите, она вся прозрачная. Когда сильные дожди идут. Игорь, насколько увеличивается высоту, поднимается, когда вот дожди и все вот это? Ну, на метр, на полметра поднимается? На 2. Вот так, вот этот куст. Вот этот камень. Вот этот куст. Нифига. Как бы видите, она там большая. Ну, там дальше, смотри, какие пороги. Да. Что, Санек, будешь это, сапоги мыть-то? В Зеленчуке. О, ну как, немножко. Илюха вчера тоже по камням полез, да? Одной ногой утонул. Ну нормально. Сань, ну ты-то особо это, иди обратно. А тут сейчас это понамокаешь. Санек, Санек. Пошли. Саня, давай в обратно. А то намочишь, мамка с папкой ругаться будут. Вот, молодец. Здесь форель есть. Здесь тоже форель есть? Водохранилище сделали. Ага. И туда пустили шутку. И ну, она то тут она тоже начала, здесь, да? Ну вот так, смотрите, небо абсолютно безоблачное. Где-то там на горизонте есть небольшие облака. Так, погода шикарная. Красиво здесь, ребятки. Даже снег лезть. Или лед. Мы здесь уже находимся 3-й день. Приехали 1 февраля, сегодня 3 февраля. Отдыхается хорошо, приняли нас хорошо. Все рады, довольны. Вот. Вышел на улицу, ребята. Сестра пятиюродная моя приезжает. Ее сын мой крестник. Как раз вот они едут. Хочу в гости к ним заехать. А, так это она сама за рулем. Нифига себе, какая молодец сеструха. Привет! Какие люди в Голливуде! Сколько лет в Голливуде! Я соскучился! Да вообще! Пошли шашлычка покушаешь! Нет, нет, свежий, свежий, свежий! Идет, поехали! Свет, ну, на голову, дядь Юра просил! Нет, серьезно, поехали! Буквально обидится! Не, ну что ты! Один кусочек, Свет, один кусочек и это, и поедем! А я думал, ты с мужем будешь! Да нет, он же дома! А ты сама за рулем, да, катаешься? Ну, уже давно! О, ты как прям это молодец! Ну, да ты прям не изменила, слушай, а? Вот а как... ты вообще-то... Ну я чуть, ну не чуть-чуть, ну чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Молодец, заходи, заходи, давай. Он же говорит, блин, позовешь, шашлычка покушаем.
Заходи, заходи, не стесняйся. Маленький комментарий хочу сделать. Здесь при любой погоде, независимо там дождь, снег, в общем, любые осадки, здесь всегда чистая вода. Из-за того, что она бьет вода, вот, видишь, вот здесь это она оттуда бьет. Никогда не мутнеет. То есть это родник? Это родник, да, натуральный родник, да, который используется для приготовления еды. Данный родник относится к этому дому, они за ними ухаживают, вот, то есть крышу накрыли, чистят его постоянно. И вот мы, допустим, какой-то ненастье, вот речка грязная течет, там в кране, ну, здесь, вода мутная, здесь всегда вода чистая. Мы вот сюда приезжаем. А он как, он безымянный родник? Он ничей, просто вот люди ухаживают. А, все, понятно. Он как бы вообще народ, ну, ничейный. Захотел, приехал, набрал. Едем дальше. А, он снимает? Поехали, поехали. Молодежь. Я видел рыбок, да. Поехали дальше. То есть это пешеходный мост, правильно? Пешеходный мост, который, да, граничит он от одной стороны нашей станицы к другой. То есть он ночью освещается. В общем, люди без проблем переходят. Переходят это русло. То есть это речка Большой Зеленчук, правильно? Это Большой Зеленчук, да. Берега, вот, как я тебе говорил, укрепленные. Ну, видишь, крупными камнями, да? Камнями, крупными, да? Камнями, да, это... Он так прям шатается, слушай, а? Ну да, 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 интересно. Ну, люди привыкли. Ничего страшного, безопасные, трасса такие мощные. Ну да. В общем, любые ветра держат, люди радуются. Слушай, ну вот когда начинаются дожди? Даже девушка вот идет, не боится. Девушка? Ну, она вообще бесстрашная. Когда начинаются дожди, да, уровень реки очень сильно возрастает. Наверное, вот этот вот остров, он скрывается полностью, конечно, да? Конечно, да, и бывает даже... не бойся. Он даже девочка идет, не боится, видишь? Она привычная здесь, как будто. В общем, русло бывало вообще, доходило до уровня кладки. Ну, в принципе, самое главное, чтобы берега... Ну, речка не распекалась на соседние дома. Ну, не размывает, участки, нет, правильно? Не размывает, нет. То нет. Есть выше этих камней не поднимается? Нет, не поднимается. Нет. Ну, их раньше не было, они привозные, видишь? А, укрепленные. Да, работала техника, КамАЗы, в общем, куча экскаваторов. Родные, вот, кругленькие, а это привозные скамьи. Пошлите. Вот наши... такие пороги есть, прям такие, да? Пороги, да, да, да. Как гора называется? Эта гора называется Смоглин. А, Джиса, да. Джиса? Там пастбища очень большие, там скот выращивают. В общем, травы очень много. Мы с Артемом брали сено, набивали в эти пакеты. И вон туда поднимались, на саму вот эту скальную. Ага. И катались сверху. Да то что? Поднимались туда, да, зимой на... Ну, просто... И спускались вот так на этих мешке с соломой, катались. Типа санки, да? Да. Но такой, конечно, мостик живой. Ребята, мостик живой. Речка очень чистая в данный момент. Ну и также сказать мелкая, потому что сезон еще не таяние льдов. И поэтому она мелковатая, но очень чистая. Ну прозрачно, да. Прям вот дно, камни, все это видно. Да, ну форель не увидишь, конечно, но ничего. Но форель водится? Конечно, водится, да, водится. На некоторых участках рыбная ловля запрещена, но я как слышал, что... В пределах населенного пункта, разрешена, да? Да, разрешена. Камни породы, это горная порода, которая руслом не берет, в общем, при паводке она не смещается никуда, камни не уходят. Не размывает? Не размывает, да. Ну, добро. Так, друзья, в общем, переехали Зеленчук на другой берег. Вот она река, горная. Маленький тот? Да. Что, будешь стрелять в речку? Да. Ну-ка, стреляет, нет? Да. Ого. А ну дай я попробую стрельнуть, Никит. Ой, закончился опять. Кончилось, что ли? Да нет, пули нет. Ну-ка. Только кончилось стрелять. А, все, не стреляет, да, уже? Не стрелял, только что. Пусть там заряд. Кончается. Батарейки сели? Да. Не батарейки. Это. Аккумулятор. Аккумулятор сдох, да? Зеленчук. Улась. Красота. И два. И три. Давай, бросай. Ай, молодец. Ой. Какой. Хорошо.
Вот для детей забава, да? Камни покидать в речку. Конечно. Хорошо здесь. Душевно. У меня прям, знаешь, душа вот раскрылась, а потом опять закрылась. Папашка! Ты смотри, сейчас ступишь. Смотри, папа! Осторожно, сам не свались только в речку. Вот молодец, весь обрызгался. Всех обрызгал. Всех обрызгал. Себя. Молодец, папашка. Почти попала, молодец.